хотя в поисках прекрасного мы странствуем по всему свету, мы должны иметь его в себе, иначе нам не найти его. Ральф Эмерсон. В нашей жизни давно стало привычным выражение «репортаж с места событий». Причем этим событием может стать практически все. Политическое или спортивное мероприятие, происшествие, торжество, явление природы. Да мало ли что происходит на свете. И обо всем этом рассказывает именно репортер. Он первым видит, слышит и в общих чертах анализирует ситуацию, а уже потом повествует о ней читателю или зрителю, то есть сам становится частью случившегося. Профессия эта увлекательная, удивительная, сочетающая в себе и настоящее творчество, и четкую организацию производства. Репортеры – это особая каста корреспондентов, стоящая на передовых позициях информационного фронта. Игорь Михалев – один из самых известных российских фоторепортеров. Долгие годы он проработал в российском информационном агентстве «Новости», знаменитом АПН. На протяжении десятилетий здесь базируется одна из самых сильных школ отечественной и мировой фотожурналистики. Школа АПН была очень сильна, и там вот Макаров Александр, Донской, ну, в общем-то, масса Устинов, которые показывали там фотографии, там вывешивали такие же вот 30 на 40, там и творческие секции, которые с руганью, со скандалами, но понимал, что это нужно. Но особенно запомнились встречи с легендарным Евгением Халдеем. Он снял это «Знамя Победы», вот его знаменитое, и рассказал, что вот людей, которых он снимал, они погибли. И вот он, я спросил, 9 мая, как вы отмечаете там? Идете на парад или там на встречу ветерана? Он говорит, нет. Я говорю, просто-напросто ставлю фотографии в ряд и выпиваю с ними. Ну, он в возрасте был, но старой закалки, видно, тоже вот так же вот пришел. Я не знал его, не сталкивались нигде. А говорю, да, можно вот я 9 мая к вам приду? Ну, он, к сожалению, вот умер. Вот он первый год уехал в Америку, там пригласили его. А второй год он уже не дожил до 9 мая. И мне вот, к сожалению, вот этот вот кадр сделать-то не удалось. Во время работы в агентстве печати «Новости» коньком Игоря был социальный репортаж. Михалев побывал практически во всех горячих точках бывшего Советского Союза. Делал снимки на московских баррикадах августа 91-го. А в октябре 93-го, во время штурма Останкино, был даже ранен. Шло время, и Игорь понял, что начинает уставать от остро-социального фоторепортажа. По его словам, душа потянулась к прекрасному. Парус жизни фотографа наполнился ветром дальних странствий. Ну, это правильно. Пословица есть же в фотографии. Лучше живой фотограф, плохой фотограф, но живой, чем хороший, но мертвый. Поэтому здесь это все это приходит к этому. А потом все-таки приятно видеть жизнь дальше. Все-таки она хороша, и природа, и страны, и традиции – это вообще просто уникальные вещи, которые уходят, к сожалению. Уходят, и поэтому, в общем-то, путешествие чем хорошо, что ты видишь уходящее. Даже вот 10 лет назад у нас происходило одно, там сейчас другое. Поэтому здесь всегда надо стремиться застать прошлое что-то. Поэтому путешествовать надо больше. Игорь – страстный путешественник. Он объездил с камерой всю страну. Побывал в самых экзотических и труднодоступных местах планеты. Михалев делал свои репортажи в практически непроходимых джунглях Амазонки, в нескольких пустынях, Атакаме в Южной Америке, Гоби в Монголии, Африканской Сахаре. По словам фотографа, у каждой пустыни свой вкус. Особенно запомнилось путешествие по Сахаре. За 10 дней экспедиция прошла пешком 240 километров. Днем было нестерпимо жарко. Фотоаппарат пришлось прятать от солнца и защищать от песка. Ночью же температура падала до нулевой отметки. А в амазонской сельве ему приходилось общаться с воинственными племенами охотников. И умение находить общий язык с местными жителями не раз выручало фотографа из трудных ситуаций.
для меня было важно, когда вот я был на Чукотке и с летчиком там познакомился, вот он провез меня таким маршрутом, которым не летал. А через некоторое время поехал мой коллега туда же и встретился с ним. И он говорит: а ты вот Игоря Михайлова знаешь? Знаю. Ну вот, ему большой привет. В общем-то, вот это было неоднократно. И на войне вот я бывал, люди, в общем-то, потом вот даже звонили, говорили: а что ты не приехал? Потому что вот тебя мы пустили туда, другой приехал, знает тебя, но все-таки как-то не так это отношение. Поэтому уверенность должна людей, что ты не подведешь их. Вот это вот, ну, мне кажется, важно. По словам Игоря, для удачного снимка очень важно почувствовать некий дух, ауру места, где находишься. В своих работах фотограф всегда стремится выразить впечатление от места, которое снимает, передать его неповторимость. Вообще, Игорь прислушивается к своей интуиции, не только снимая пейзажи, но и фотографируя знаменитые памятники архитектуры. Открывается мир, открывается вот цифровая фотография, пленочная фотография. Все доступно, народ уже другой, мыслит чуть-чуть по-другому, поэтому он свободнее становится. И отсюда идет уже свобода. А фотографии любят свободу, не любят, когда зажимают. Поэтому все это в руках всех. Италия и ее жители очень близки по духу Игорю Михайлову. В самый первый приезд в эту страну на него произвели неизгладимое впечатление редкие по красоте местные виноградники и совершенно удивительные люди, которые на них работают. Жизненная история практически каждого виноградаря – готовый сюжет для увлекательнейшего романа. Портреты особенно мне удались, потому что мне кажется, что с виноградом имеют люди те, которые как бы... ну, светится с улыбкой, потому что вот, я не знаю, иначе просто не получится ни хорошего вина, ни урожая там. Люди замечательные, от этого-то идет, там не знаешь языка, но люди помогают тебе сами, потому что встретил там и аристократов, которые просто долгие, в каких-то там в седьмых, в десятых поколениях виноградом занимаются, и люди, которые... приобрели виноградники, продав свое дело. Вот был компьютерщик один из Милана, который купил гектар там земли и выращивает виноград. Ну вот у него там три бочки какие-то, но все равно вот он с сердцем, с таким относится к этому, что удивительно просто. Не получится плохой фотографии там, мне кажется. Но это все от людей зависит и от твоего как-то отношения к ним. Испания – еще одна любовь и источник вдохновения для мастера. Он объездил эту прекрасную страну вдоль и поперек. Снимал знаменитую корриду. Старинные народные праздники, история которых насчитывает не одно столетие. Игорь говорит, что сами названия испанских провинций звучат как прекрасная музыка. Андалусия, Валенсия, Галисия, Эстремадура. Свой последний испанский репортаж Михайлов привез из Памплоны. Именно здесь происходят самые красочные и захватывающие события с участием знаменитых быков. Они стали ежегодным празднеством еще с 16 века. Здесь любил бывать Эрнест Хемингуэй, впоследствии великолепно описавший это яркое и незабываемое зрелище в своей знаменитой «Фиесте». Вот я, в общем-то, в 6 часов залез под телевизионную камеру, там просидел, полиция всех выгнала, а я как-то не шевелясь там притаился, думал, меня никто не видит. И просидел там около полутора часов, ну и полтора часа ожидания, в общем-то, привели ни к чему. Бык сразу же своей 500-килограммовой массой врезался в это ограждение. Я почувствовал волну, которая бьет меня, это точно. Ну, как-то вот, я не знаю, реакция сообразил, чтобы в хвост хотя бы ему снять там его. Ну, получился кадр, который, в общем-то, так, обычный, проходной, но журнал, в общем-то, был доволен. Ну, на следующий день пришлось приехать и снять с балкона, потому что нужна была ситуация, когда там люди лежат, там, бегают, там, все такое прочее. Ну, получилось, слава богу, потому что это видно вот внутренний настрой,
У человека всегда должно быть, чтобы вот какое-то переживание, какой-то страх из-за того, что что-то ты не сделаешь. Ну, он не должен переходить рамки разума, чтобы ты не дрожал все время, а сразу же включался в работу. Игорь уверен, фотограф должен не только владеть техникой и мастерством репортажа. Важно слушать свой внутренний голос. А он всегда подскажет, что красиво и что некрасиво, что стоит снимать, а что нет. Добрее людям надо быть, меньше конфликтов, больше как-то спокойствия и стабильности. Я не знаю, допустим, я никогда вот на митинги ходил и все это видел там, но сам на митинг я не пойду. Ну вот популярные телевизионные программы, они вот связаны вот с происшествиями, с какими-то, и люди уже привыкают к этому. Поэтому от этого идет и черствость, может быть. Вот, трудно сказать, потому что это как бы... Для себя я просто знаю, что нужно просто быть добрее, улыбчивым, там, чтобы люди больше отдыхали, там, больше добра несли просто друг другу. Вот это вот я знаю. Поэтому как-то приходишь, вот, видишь грустное лицо, улыбнулся, и человек улыбнулся. Поэтому... Но если вот брать фотографии, то как-то больше вот она, чтобы была не показательная, вот такая натуралистичная, вот кровь там и смерть, но можно показать же это событие и по-разному. Более, так сказать, конфликт или что-то показать без обязательно, не обязательно кровь показывать. Поэтому здесь, конечно, трудно дать совет или рекомендации. Ну вот я просто улыбка, добро. И поэтому больше, когда ты человеку приходишь, улыбаешься, то вот человек всегда отвечает улыбкой.